Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в метро 2033 Redux, продолжаем проходить эту игру. И, в принципе, я не помню, на какой мы сейчас станции, мы на каком-то базаре, рынке. Куда нам сейчас идти? Будто сам не знаешь. Сюда, да? Дайте мне эту пушку. Но мне ничего не платить. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да. Приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Ну давайте, пропускайте. Все на изготовку. Ворота открываются. Ух, какой пулемет. Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу это. Ну давайте. Тебе помочь? Ты сам? Ну ладно. Да вроде все спокойно. Противогаз. Кажется, все чисто. Давай. Удачи. Спасибо. О, да мы наружу выходим? Или куда? Как я не люблю наружу выходить. Как описать чувство, когда после 20 лет в туннелях видишь небо. Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать домой. Как я не люблю наружу выходить. Ну, в принципе, не знаю, но я не очень люблю, я не люблю наружу выходить. А теперь будь очень, очень на стрёме. Очень на стрёме. Ладно. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Ой, чувак. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там валы... Еще ключ какой-то. А чем мне открывать вообще? Без них метро бы уже давно скопытилось. Иногда на их жмуров набредаешь. Они как камень... Какой у нас револьвер достал? Чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует, вдруг тут есть еще один схрон. Кто? Они часто на поверхности схроны мастерят, куда добычу. Так что ты давай, ходи оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем ни с патронами, ни с фильтрами. Охренеть, ловушка. Так, что тут у нас? Ага, фильтрик пригодится. А тут ты на классе... Твою мать! Спасибо, братан. Охренеть, я так напугался. Ух ты. Вот это реально пригодится. Охренеть, как я напугался. Как я не люблю наружу выходить, ребята. Вы себе не представляете. Вот, еще одна ловушка. Это, походу, граната какая-то была. Я уже боюсь, ребята. Воу. Вот, сейф какой-то. Вот для чего это нужно, да? Дайте мне пушку какую-то новую, не будьте жмотами такими, ребята. Ладно, давайте валим отсюда, к нему. А я тут даже не был, когда первый раз проходил. Наружу выходить. Может, не надо. Может, давай назад. Ну чё, давай. Ну что, готов? Тогда двинули дальше. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет твоим. Ну, когда базарились. Ну, давай. Оу. Это вот те летающие, да? Их я тоже не люблю. Пацан, начкуйся! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Угу. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Вот он, мертвый город. Тачки. Добро пожаловать домой, Артём. Да. Рига, я тебя поймаю!
не прёт-то, а? Всё, с ней это куда-то сейчас обходить нужно, да? Придётся тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? Сейчас упал туда, ему ничего, туда. И нужно их я обходить, тебя буду да? Я в здании, там есть укреппозиция ордена. И не тормози. Главное, Артём, главное, не ешь жёлтый пьяк. Зараза. Как я не люблю эти места. И нам еще сейчас одному ходить. Одному я не очень люблю. Куда мне вообще? Не люблю я один ходить, не люблю. Нужно же так было упасть, да? Еще один сундучок. А у нас тут ключа не было. Я помню, я 2 ключа собирал. Ну что ты мне тут? У меня было 2 ключа. Я только... Только один сундук открыл. Богу. Только не говорите, что там еще кто-то сейчас идет. Это какие-то новые, что ли? Я вообще правильно иду? Валить бы отсюда нужно. Только вот эти заразы не дают. Спасибо. Вот. Кого спаси? Не надо этого, пожалуйста. Не надо этого. Если еще сейчас что-то выскочит. Эй. Я надеюсь, я правильно иду. В принципе, тут дальше больше некуда идти, поэтому... Поэтому, походу, правильно. Где уже наш приятель, вот тот? Воу. Лучше бы он нас, чтобы не запалил. Да, ну, в принципе, нам туда нужно. Кто-то там стрельнул, или мне показалось? Да, там кто-то стреляет. Четыре патрончика. Ну что мне оставалось делать, ребята? Я бы и так не прошел бы. Ты не слишком живучий. Так и знал. Я думаю, мне сюда. Ну, на карте показывать, что да. О! Сколько у меня там еще времени? 1 минута осталось. Ну, 1,5 точнее. До того, как воздух кончится.
О! Опять. Воздух потихоньку уже кончается. Вот и кончился. Так, сейчас дайте я посмотрю, куда мне нужно идти. Оу. Запалил? Или он убежал? Фиг его знает. Так, куда мне? Да харе вот этого, пожалуйста. Да я лучше суваться не буду. Тут нифига нету такая... Ну ладно, нету так нету. Куда мне идти? Походу мне сейчас через окно нужно вылазить. А я так не хочу. Они или меня не видят, или просто тупые. Или просто если их не беспокоит, то они тебя и не тронут. Я надеюсь... Нет, я неправильно иду. Ну как неправильно? Тут же есть какой-то проход, да, но... Буду мне на другую сторону. Ах, твою ж мать. Ну и чё сейчас? Да куда мне идти? Лучше я их перестреляю, да и всё. Конечно, у меня это получится. Вот так-то уже более спокойней. Только если бы я еще понял, куда мне идти, в какую сторону. А походу я понял. Или нет? Ага, вот. Мне опять слышится, что там кто-то стреляет. Или там действительно кто-то стреляет. Нет, этого лучше не тревожить. Вот ту заразу лучше не тревожить. Это еще там кто? Это черный. Ого, тут еще и такое увидеть можно. Черных по переулкам всяких. Всяким. Я не знаю, я там и не видел его.
испарился, так переместился. Я надеюсь, мне сюда. Нет. Он меня что, заметил? Опять там кто-то стреляет. Да куда мне идти? Ага. Твою мать, так... Когда уже услышал, что там что-то шипит, то уже поздно было. Опа! Да, нам сюда. А если ниже спуститься, то тут нифига нету. Ладно. Сюда так, сюда. Где мой дружок? Как его там зовут? Так. Хотели. Но я заметил сейчас. Вот тут еще и ловушки. Чё там пищит? Часть сюда, по карте сюда показывает. Вот ты, наконец-то. Вот ты меня напугал, парень. Так это ты был, да я... Я, честно говоря, да думал, я же вот тут смотрел. А то, это нужно было так обходить. Я тут же видел вот того. Или это ты был, или кто это. Ладно. Ну давайте, пойдемте. Пойдемте. Где ты там? Что ты делаешь, мудила? Случайно. Ты так на меня не зырь. Давай вперед, двигай. Вот дерьмо. Давай понемногу отходим. Но это уже не я, это уже, наверное, так должно быть. Вон эти уроды! Смотри правого! Заразы! Главное, помнишь, что ты снег здесь? Да, это самое. Ну давай, побыстрее меняй уже вот эти. А чему это он, блядь, что зажигает их? Где-то я такие патроны нашел. Походу какие-то у меня патроны такие, или мне кажется. Еще вот тот летит. Это где еще? Это твою. Вот это я хреново что-то сделал. Или это так должно было быть? Глава третья. Мы возвращаемся в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской, тем более. У Бурбона там были друзья.
Ну давайте. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Ну давай. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Сейчас его схватят, наверное, или нет. Первый пошел. Все в норме. Ага. Стоять! Кто такой? Ну да. А ну-ка, посветите мне тут. Хватили его. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так и хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Это наш калашик вот тут. Позже. Двигай, двигай! Сейчас нам его или освободить нужно, или... Я уже не помню. Давай сюда, рожок. Вот моя малышка, ты принесла мамочку. Калашик. Глянь, а там ничего не забыл? Что-то шмоток его не видать. Ага. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. О, вот это другое дело. Калашик — это вообще другое дело. Так, сейчас. Да можно уже снять, я как-то вот это даже... Так. Вот это я хреново, ну хотя... Опять та же пушка, нет, лучше мы с калашом будем. Чё за... Ладно, спалились так спалились. Зараза. Сука! Замедлился! Сычара! Крути вверх и медленно выходи! О, там наш чувак, это... Там сзади кто-то сидел. Сколько вас там, чуваки? Так, зато гранаточки всякие. Так, сейчас мы потопали вот сюда. Что тут у нас есть, эти двери? Можно? Это мы по... Шухи, вот вы! Ну на тебе уже, зараза. По одному патрону, чтобы их не тратить. Мне кажется, так будет получше. А то если мы сейчас будем стрелять в заж... Ну как? Так. То... Мне кажется, они так очень быстро кончатся. А, тут можно еще и обходить вот так. Что это такое? Лабиринт какой-то. Не знаю вообще, правильно ли я.
туда нельзя запрыгнуть. Ну, прыг, ладно. Не хочешь, так не хочешь. Мне вообще куда? Прямо. Ну, прямо так прямо. Сюда. Ух, ни хрена себе. Так. Граната! Фу, зато хотя бы успели отойти. Так, сейчас нам... Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Гонокор? Ага. Артём! Чё за... Ох ты ж, зараза. Это... Вот сейчас одни. Это еще кто? Можешь опустить свое оружие, юноша. Ладно. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Так, это что? Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Ну пошли тогда. Я возвращаюсь к... О, тут еще один калашик. Здесь. О, под подушечкой. Глазновато для моих старых. Что ж, мудрое решение. Ну пошли, пошли. Все. Фух. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью, хотя я чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона, но мне все равно было жаль моего первого напарника. Я же видел, что там кто-то кого-то убивает. Я думал, это вот тот, а это оказался вот этот. Я вообще правильно иду? Или мне назад? Нет. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ, даже крыс нет. Ну чё, давай потопаем. Зато у нас уже калашик есть. Если бы ты ещё немного побыстрее был, то... Идёт тебе такой. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Не, ну слышно, конечно, всяких там. Твою мать! А он знает меня. Пойдем. Да, лучше действительно не очень долго его слушать. Офигеть. Очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой. Не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Не выключай свет. Ладно, не выключаем. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Идем отсюда нафиг. Мы должны обойти их. Не прикасайся к всему этому. Сосредоточься. Каким жопу силуэтом? Пошли нафиг отсюда. Чувак, пошли отсюда нафиг. Чё ты такой? А, я понял, что нам нужно делать. Ух ты, зараза.
Пошли, побыстрее немного. Что она делает? Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Пошли уже, чувак. Как-то вот этот туннель не очень хочется. Ну, наконец-то ты бежать уже можешь или что-то там. Да твою ж... Ну и чё сейчас? Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Ну давай, иди. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Я не откажу. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио. Туннельчик. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Так, ничего нету. Твою мать. О! Патроны. О! Там за дверью кто-то. Давай, чувак. Сосредоточься. Ну? Чё ты хочешь? А. Ещё и оттуда кто-то выбежал. Чего-то там нет. Идем же. Ну пошли. Сейчас там. Что-то пищит. Но это как бы противогаз нужно одеть, походу, сейчас. Или нет. Или, ну, фиг его знает. Сосредоточься. А, понял. Я понял, что это пищало. Только вот как зарядить вот эту батарею, я, если честно...
Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся им. Стой. Да не это. Замри. Артём, что ты делаешь? Я случайно. Как вот это? Я не помню, как... На самом деле, она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Фу, давай отсюда. Будь осторожен. Туда или сюда? Что там было? Ладно. Я буду... Если это из-за меня, то тогда я вообще шевелиться сейчас не буду. Я просто буду за ним идти. А, нет, это из-за меня. Какой-то меткий. Готовься. Чудовище возвращается. Что-то вы... Может, хватит уже? Все? Будь наготове. Вмешиваться не стоит.
выйти отсюда. Вот так оно и происходит. Живой пример. Давай, давай, чувак, побыстрее. Вот, в принципе, ребята, давайте как раз вот тут закончим. Ставьте лайки, если вам нравится прохождение, если вы хотите, чтобы мы проходили эту игру. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.